И это гол! Россия! Очень быстро российская сборная делает счет 2-0 в свою пользу. И автор забитого мяча. Давайте по традиции повтор посмотрим. Смотрите, на пятачке здорово Кирилл Романов действует в этом моменте. Максим Чужков, передача на Дмитрия Шишина. Тут бьет поворотами, вот тут уже Кирилл. Ну и, собственно, теперь вы.